Сегодня лучше всех. Да, я сегодня лучше всех. Надо рифму. Не для всех. Тихо, нельзя. Кто что кушал, я пельмех. Молодец. Пельмех. Сладкий мясной пельмех. Будем что, выбираем по фавориту, да, и аплодисментами. Нет, давай все проаплодируем, конечно. Друзья, все, тихо. Сейчас по участнику идем. Самые громкие аплодисменты забирает невероятную просто путевку. А второе место человек забирает тоже памятный приз. То есть у нас сейчас два призовых места. Поехали. Кто считает, что побеждает у нас участница под номером... Посмотрите, ему отходит сертификат, ему отходит путевка в лагерь «Детский Спутник». Оздоровительный лагерь «Спутник». Аплодисменты и, победителю! И футболочка, вице-чемпиону, правильно? Ну я был за вице-чемпиона, потому что проглот это проглот великолепен. Спасибо большое! Мы вас провожаем, не расстраивайтесь! Давайте общее фото быстренько сделаем. Ребятки, становитесь, пожалуйста, к нашему... многоуважаемому судье, к нашему многоуважаемому вашей команде, и мы делаем творение. Волонтер организации «Каритас Запорожье» из композиции «Мрійландія». Якщо ви звернули увагу, ми з Дмитром сьогодні і російською, і українською, і інколи навіть англійською мовою щось казали, тому саме зараз ми запрошуємо на цю сцену фестиваль народів. Під ваші бурхливі оплески! Попробуйте угадать, что же это за страна. Еще раз. Еще раз. Идем. Come on.
Это было RTC 300, наше подростковое движение. Вот. Спасибо, что смотрели. И сейчас хотим с большой любовью показать вам мою нацию, мою страну. Латиноамерика! Это Латинская Америка, Южная Америка на сцене! Bueno, un aplauso para ellos. Давайте поаплодируем! Смотрите, какие костюмы! Вы посмотрите на это, они реально готовились! Yeah.
Латинская Америка. Я африканка. I am Айомиде. Меня зовут Айомиде. So we're going to do something now. Я сейчас буду делать кое-что особенное здесь. I'm going to dance like the Latin. Я буду танцевать как латиноамериканцы, что-то необычное. Okay, please music. Давайте вместе попробуем. Попробуем перестать. Окей, нормально. Думаю, у нас получилось более-менее или нет? Такое себе. Кто мне поставит 5 баллов? Поднимите руку. Кто поставит ей? Посмотрите, как они танцуют. Посмотрите на это. Fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera. La mía se enciende con pandero en mano, Jesús y una reina valera.
эти танцы, они работали. Yeah.
Thank you.
Somebody leave, which the lights burn over.
Получили спасибо.
Немножко усложняем еще. Выполним упражнение «Ледяная горка». Есть любители все-таки снега, поэтому снег сегодня тоже немножко будет. Повторяй. Себя готовы? Шоу проведем с вами челлендж соревнования.